Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Сегодня у нас снова выпуск на моды на игру КДСС, который присылают подписчики или просто гости канала. Вообще хотел записать сегодня игру, которая связана с Великой Отечественной войной. Castle 3D называется. Третья часть трилогии про бункера. Пытался записать, вообще пройти не смог, просто пройти не смог, очень сложно, да, не удалось пройти, не удалось записать нормально. Поэтому моды на КДСС сегодня у нас, что КДСС, что если, короче, как с предыдущих модов постоянно переносится сохранение, и у нас, но тут сразу повезло, что у нас открылся второй сезон. Анимации Вуди не будут учить нас азам. Нам покажут, чего можно ожидать от основной части. Пройдите уровень, оценивая консольные анимации Вуди. Слушайте, создатели мода, фигни он не скажет. Окей, хорошо. Надеюсь, что это правда. Консольная анимация действительно есть. Вообще легко это было. Смотрим. Что если сосед извращенец? Как мы все прекрасно знаем, что сосед тот еще грязный извращенец. Но в этой реальности он еще более грязный извращенец. Сосед смотрит множество фильмов с постельными сценами и на что-то смотрит через бинокль. Вуди, это не по душе, придется навести соседушку. Ну давайте посмотрим. А, ведь и правда более грязный извращенец. Но этот уровень, поскольку пройденный вроде как, то мы не будем его проходить, мы просто посмотрим, что тут да как. Мы будем проходить те уровни, которые не были пройдены. Которые здесь не пройдены, постараемся как-нибудь открыть третий сезон. Что если сосед живет в России? В этой реальности сосед живет в России. Наш сосед смотрит ТВ, иногда ходя за очередной порцией пива. Как же будем улучшить момент для пакости? Поживем, увидим, решает Вуди и незаметно пробирается в дом. Давайте проверим, что же за российский сосед у нас. Так, наша Россия. Вместо окна ковер на стене, понятно. Пол вот такой вот странный здесь. А, еще один шкафчик вот здесь. Вообще все один к одному. И пивко, соответственно. Ну а теперь давайте уже приступим к тому уровню, который не пройден, и его нужно пройти уже. Что если сосед вор? В этой реальности сосед стал вором. Сосед стал вором и ворует всякое добро. И вот он готов отпраздновать свой 100-й грабеж. Прям как день рождения. Будет это не по душе, он собирается навести соседа. Из-за кое-какого прикола сосед может неожиданно побежать в туалет. Да ну правда что ли? А я, кажется, в курсе, что какого прикола. Розыск, во-первых, и почему в доме соседа он висит. Украл картину, которая у него, между прочим, уже есть. О, шкала новая. Ой, другой цвет, в смысле. Я смотрю, у него тут у дома стоит золотой унитаз, наверное, поэтому по нужде он бегает соседям. Хотя, впрочем, это вам неизвестно. Хотя, может быть, и не бегает, потому что у нее тут паутина все-таки растет. Да и не золото, не золото это поди, а сплошная это, краска золотая была всего лишь. Потому что туалет стал белый. После того, как мы его измазюкали. Громко что-то, по-моему.
Ну или мне так кажется. По-моему, должны быть пройдены все серии первого сезона и по парочку серий второго сезона, чтобы открыть третий. В этом выпуске будет, наверное, только этот мод. Не больше, потому что мне надо побыстрее закончить, да там дела у меня дальше будут. Потом обновлю WhatsApp. Расписание одногруппники пишут мне. Уже послезавтра на нет колледж надо ехать. Буду по мере возможности выпускать видео. Окей, еще один уровень. Так, во-первых, что если сет гостеприимный стал? Сет никогда не был гостеприимным, но в этой реальности все изменилось. Сет пытается приготовить пирог к приходу гостей, используя самые разные рецепты. Иногда сосед ходит в ванную, чтобы привести себя в порядок. Вуди, конечно, рад за гостеприимного соседа, но вот с Вуди ситуация иная. Вуди начинает действовать. Ага, то есть все-таки к Вуди он не гостеприимный. Так, ну действительно гостеприимный, потому что вон стол не до конца накрытый. Вешалка. Кастрюля, даже что-то там готовит. Ладно, давайте теперь... Что если сосед живет спокойной жизнью? В этой реальности сосед никого не трогает и живет спокойной жизнью. В этой реальности сосед вполне неплохой человек. Любит играть на пианино, ухаживает за цветком, разве что порой достаточно злой. Получается, у Вуди нету причины ему мстить? Но нет. Не существует реальности, где у Вуди не будет причины ему мстить. Вуди начинает свой поход. Ого, новые стены. И, по-моему, кстати, эти стены из Hello Neighbor. Так, этот уровень нам уже нужно пройти. Потому что у нас цель такая, открыть третий сезон. Это цель, которую нужно выполнить нам. Мы должны все серии посмотреть. Что еще автор мог понапридумывать интересного. О, тут какой-то... Это же Nokia 1280. Классика 2000-х и убийца айфонов. Довольно популярная модель. Была известна тем, что был один из самых дешевых телефонов 2010 года. По-моему, всего там 500 рублей, что ли, стоил. Ура!
Ну и все. Что если сосед Чистюля? В этой реальности сосед Чистюля. В этой реальности сосед боится каждого пятнышка на себе. И каждый день моется по несколько раз. Также сосед смотрит семейные фотографии и делает себе пудинг. А Вуди уже тут как тут. Да, очень-очень Чистюля, да. Сейчас мы проверим, насколько это правда. О, цветок теперь тут стоит. Появилась полочка здесь. Вместо ваксы краска черная. Бумага туалетная, тут запасы лежат. Сначала волосин туда, уже потом бутылку. Чтобы поэффективнее было. Конфеты не кладем пока, потому что надо, чтобы он на микроволновку. Микроволновку нужно, чтобы он увидел. Обязательно. Ну и бутылку с мыльной и волосинистой водой туда тоже. Так, давай быстрее читай, я уже конфеты как-то засуну быстрее. Ну и все. Можно просто в шкафу сидеть и наблюдать.
Давай быстрее, ешь конфеты, да приступим ко второму сезону. Так, второй сезон фантазии. Что, если сосед трудоголик? В этой реальности сосед очень занятой человек. Сосед устроился сразу на две работы, чтобы оплачивать частный дом. Он работает моделью и фотографируется, а также работает скульптором. Вечный шум из дома соседа начинает раздражать Вуди, и он начинает действовать. Если подкрасться, можно строить пакости прямо под носом у животных. Ну хорошо, давайте проверим, насколько это правда. Ого, тут ремонт идет. Я так понял, потому что здесь нету этих обоев. Ну, ухо собаки за рамку двери выходит. Застревает в рамке двери. Ага, все-таки собака это рабочая. Просто есть... Просто в некоторых модах бывает, что собака на нас не реагирует. Поэтому я и проверил. Сейчас это. То, кстати, то, что собака тут есть, это довольно, это может быть и полезно. Это дает нам возможность пробраться наверх. Тряпка нам зачем? Может впитывать воду. Окей. Посмотрим, для чего это. Я так... Может, это для вот этого? Вместо растворителя, что в смысле? Размазать картину тряпкой. А это, ну, это и так понятно, для чего надо. Вроде как. Ага, тряпка вылезла. Стоп, не все еще. А, кстати, я забыл рассказать про Social Media Life Production, это все-таки. Короче говоря, они дали это. Надеюсь, кто-то до этого момента смотрел. Короче, они дали, можно сказать, ответ на то, почему они все эти дичь вообще занимаются. Три причины. Первое. Им вообще не понравилось то, что я задал им этот вопрос, почему мои видео никогда тут не публикуются. Мол, это глупый вопрос. Ты чё вообще бесплатной рекламы захотел? Что ли? Неужели ты сам не видишь, что твои ролики это трэш, трэш? Конечно, не вижу. Ведь большинство людей так не говорят. Так что эта причина ни в коем случае их не оправдывает. И я вполне адекватно задал им этот вопрос, почему мои видео не публикуются. Так что эта причина их не оправдывает. Вторая причина. То, что я якобы поливал их несколько лет дерьмом, начиная с того ролика 2018 года. Здесь на Social Media Production.
Да, конечно, да, тот ролик, конечно, был, но там я старался мягко все говорить. Я жаловался там на них, но старался мягко полностью делать. Но дальше никакими дерьмом я после этого ролика их не поливал никогда. Было, конечно, я был, конечно, действительно в том ролике, что я там говорил о их недостатках, может, это им не понравилось, но дальше я их дерьмо у меня не поливал вообще. Более того, в 2020 я даже им пожертвовал 100 рублей на ремастер и задал им там вопрос по поводу ремастера, и они вполне адекватно на него ответили. Еще то, эта причина тоже их не оправдывает. Ну и третья причина, я их, потому что я их назвал уродами. Да, назвал, но назвал я их уродами уже после того, как они начали творить всю эту дичь. Они, впрочем-то, говорили, что я якобы назвал их уродами еще когда вопрос тот был, про который я выше сказал. Но это неправда. Я их уродами назвал, когда они уже начали под фотографии меня и собаки писать всякую фигню. Я там уже написал, достали вы, уроды. Тут, знаете ли, на вашу группу многие другие жалуются. Отсюда можно сделать вывод, что никаких причин для всей этой дичи, что они сейчас делают, не было. И для чего они вообще это стали делать, непонятно. Ладно, смотрим дальше. Что если Вуди антагонист игры? В этой реальности сосед ничего плохого не делал для Вуди. Сосед живет обычной жизнью, никому не делает зла. В этой реальности Вуди решил просто так начать издеваться над соседом. Мало того, что Вуди без всякой причины издевается над соседом, так и что и делает это максимально мерзко. Такое шоу с неприятным, не смешными пакостями и отсутствием мотивации для мести набивает очень маленькие рейтинги. Но Вуди это не останавливает. Так вот я и про то же и говорю, что такое дерьмо с очень неприятными и не смешными гадостями и отсутствием мотивации для этого Social Media Life Production, группа ВКонтакте, набивает у них тоже очень маленькие рейтинги, и их группа начинает терять свою привлекательность. Погнали. Впрочем-то говоря, Лёха, кстати, ну, может быть, знаете, часто на канале у меня появляется в CSGO всяких, вместе проходим, ну и других видео часто появляется. Он, короче, тоже поддержал меня и осудил агрессию Social Media Production. Он был в шоке от тех скриншотов, что я ему показал. Тоже в стенах, которые другие, наконец-то здесь появились обои. Точнее, обои в коридоре другие, а здесь появились обои. Что это за картинка непонятная вообще? Так, вот этот уровень, это что? Даже знать не хочу, что делает у него дома. Я так понимаю, это из этого мешка взято, что ли? И это надо в кофе засунуть. Других вариантов не вижу. Абсолютно. А это волосы. А, волосы. Когда сосед убирался, не выбрался эти волосы. Зря, ведь он пожалеет об этом. Волосы в щетку. И волос, кстати, очень много. Интересно, из какого же места эти волосы? Надеюсь, что с головы, а не из другого какого-то места. Ha ha ha.
Так, давай, пей кофе быстрее повторно, да иди сюда. Мы закончим этот уровень, потом посмотрим оставшиеся, как выглядит и про что они вообще. И закончим на этом. Так, отлично. Оставшиеся уровни просто посмотрим. Тем более, третий сезон уже открылся. Слушайте, походу мы напрасно его открывали, потому что описания уже ни о чем нам не говорят. Что если сосед зоолог? В этой реальности сосед завел много животных. Буква Ё обозначается в этом шрифте вот так. Мало того, что сосед завел попугая и пса, он решил завести и свинку. Скукота, но Вути решает вести живую нотку. Ага, тут даже ничего внешне не изменилось. А, нет, вот это только появилось. И пес вот здесь появился. Ну и последнее. А что если сосед каннибал? В этой реальности сосед станет каннибалом. Угли шипят, сосед поглощает один кусочек мяса за другим, запивая стаканчиком винца. Вот только это необычное мясо. Вуди обязан наказать соседа. Вот только если он задержится в доме, будет не очень хорошо. В этом уровне дается очень мало времени. Надо успеть, чтобы постараться. 3 минуты 21 секунда. Сосед жарит мясо, но чье? Ого, ни хрена. Видать, не только Вуди к нему в дом заходил. Но крови не так уж и много, в принципе. Как в отличие от хардкора. Ладно, в общем, понятно. Но мне кажется, эти уровни даже нету смысла проверять. Но давайте на всякий случай это сделаем. Ну, я так и знал. Действительно, нет никакого смысла их проверять. Давайте на всякий случай проверим и второй. Но думаю, что в этом бессмысленно. Следующий уровень. А впрочем-то, какая нам разница, что на следующем уровне? А, нет, нет, вот это, вот здесь вот не зря. Вот здесь уже что-то появилось. Вот здесь уже изменения появились. Так что все-таки не совсем уж и напрасно открывали. Здесь вот очевидно самый настоящий ремонт идет. Ну и последний сезон охоты. А я и говорю, какая нам разница, что на следующем уровне. Здесь также без изменений. Только уровень мастер-ломастер изменен. И какое счастье, что мы все-таки решили его проверить. Ну что ж, за все эти фантазии я ставлю плюсик. Прикольно. Получилось интересно. Открывали мы третий сезон, и все оказалось напрасно. Потому что новых воображений мы не увидели. Никаких чудес. Ну, кроме вот этого уровня.
это может быть даже и не напрасно. Ну что ж, на сегодня закончим. Еще раз всех с 9 мая, с Днем Великой Победы. С вас лайкос, подписывался, с меня эпичные видосы. Кстати, я смотрел сегодня Парад Победы московский по телевизору. К сожалению, так же, как и в 2019 году, авиационную часть парада отменили из-за не очень хорошей погоды в Москве. В 2019, кстати, 9 мая 2019 мы проводили стрим, где смотрели этот московский парад в прямом эфире. Может быть, в следующем году нам следует это повторить? Как думаете? Пишите свое мнение в комментариях. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.